13 августа Красногорская городская больница приглашает пациентов на единый день диспансеризации. Пройти обследование жители муниципалитета смогут в поликлиниках на улице Карбышева, Ильинском шоссе, Павшинском бульваре, на Институтской, в Нахабино и Спасо-Тушинском бульваре в Путилково, а также в филиалах Октябрьской, Изумрудные холмы и Петрова Дальние. Прийти можно в порядке живой очереди с 9 до 15 часов, либо записаться заранее на региональном портале госуслуг. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. По желанию, пациенты могут пройти вакцинацию против COVID-19.